Депутаты провели прием граждан. В порядке приоритетной очереди пригласили семьи мобилизованных люберчан. На прием, который провели депутат Московской областной думы Лидия Антонова, первый заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Шлопак и председатель Люберецкой общественной палаты Петр Ульянов, пришла Валентина Бакулова с сыном Ильдаром. Обсудили положенные льготы и обозначили круг вопросов, в решении которых могут оказать содействие. Главу семьи Рената Бакулова мобилизовали 8 октября. Спросили, точнее, у меня, в чем мы нуждаемся, что нам нужно. Сказали, что окажут любую помощь, да. Но на данный момент, я говорю, мы справляемся. Мне оставили все контакты, в случае чего я могу связаться, обратиться. Сказали, помогут решить любой вопрос.